Всем привет! Добрый день! Искренне вам завидую. Всех, кто приехал в Сочи на международный... Да вот в том-то и беда, что, похоже, немцы ничего не поняли и ничему не научились. Мы, конечно, будем проявлять сдержанность, но мы это все запомним. Послание, кстати. Дипломатическая дорога не закрыта, но они должны понимать, что мы сделали с ними во время Великой Отечественной войны. Пусть помнят. Это действительно действовать на том направлении, по которому мы... Если вы имеете в виду действующую украинскую власть, то ответ короткий – нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет. Мы никогда не откажемся от наших земель. Поэтому переговоры с какими-то новыми людьми возможны, на мой взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооруженных сил. Спасибо. Спасибо большое, друзья.